Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс призвал граждан к хладнокровию после серии трагических инцидентов в стране в последние дни. В Нанте в понедельник водитель минивэна врезался в толпу прохожих на рождественской ярмарке. Пострадали 10 человек. Один находится в критическом состоянии. После наезда водитель, по данным следствия, психически неуравновешенный человек, пытался покончить жизнь самоубийством. Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс. Мы хотим защитить граждан и сказать им, что мобилизованы все государственные службы. В обществе есть люди, которые страдают от психических заболеваний, давних и тяжелых. Эти неуравновешенные люди могут предпринимать какие-то действия. В воскресенье в Дижоне другой водитель с криками «Аллах Акбар» совершил наезд на пешеходов. 13 человек получили травмы. Ранее мужчина находился под надзором врачей в местной психиатрической лечебнице.